Most airlines. Многие авиакомпании, которые отказались от полетов в Беларусь, насколько нам известно, рейсы в Беларусь выполняют лишь турецкие, российские, некоторые другие единичные авиакомпании. Основные же перевозчики, основные авиакомпании отказываются не только летать в Беларусь, но и пролетать над территорией. Все из-за того, что они считают, что существует угроза того, что пассажирский лайнер будет посажен на их территории. Так вот, правда ли то, что вы способны нарушить даже международные законы ради того, чтобы достать того человека, который вам нужен? Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу вам лично и вашей компании, и вашей стране, и любой другой гарантировать полную безопасность пролета над Беларусью, так, как это было всегда. Но если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет, будь то Англии, Великобритании, будто Соединенных Штатов Америки. Он немедленно будет посажен в Беларуси, если мы будем чувствовать угрозу. Точно так и вы поступите. Это норма. Поэтому я здесь не исключение. А бояться через Беларусь летать. Вы многие десятилетия летали через Беларусь, и никаких не было проблем. И не будет. Ну а то, что вы не летаете, ну Господь с вами, летайте через Северный полюс, можно через Южный, это ваше право, я вас заставить не могу. Я даже не то, что не Соединенные Штаты, я даже не Великобритания, чтобы диктовать какие-то условия. Нет вас здесь, летают другие, как вы только что сказали. Ничего, обойдемся. Думаю, придет время, придут новые люди, возможно, там, может, здесь, и они осознают пагубность того, что мы сейчас творим с вами. Это никому не выгодно, ни нам, ни вам. Не знаю, зачем вы это устраиваете. А то, что перестали летать к нам, ну так вы команду дали такую. Еще не успели задержать этого оппозиционера, о котором вы говорите, а уже все в Европе и в Америке после команды из Вашингтона, все начали как под копирку делать заявления. Они были однотипны, возьмите, прочитайте. Это говорит о том, что где-то, может, CNN, вы им прописали тезисы, и они начали заявлять, и перестали сюда летать. Ну, Господь с вами, обойдемся.